Всем привет! Как у вас дела? Вы на канале Яна Кляйн. Что мы будем сегодня делать? Нам-нам. Да, мы сегодня подведем итоги нашего конкурса, в котором мы разыгрываем трех грибов. Нам-нам. Да, и у них вот здесь вот такие слюнявчики. Так что, ребята, те, кто выиграет льва, когда его получите по почте, обязательно покормите его какими-нибудь вкусными конфетами. Да, конфетами нужно львов кормить? Да. Да. Вот, и у нас есть вот такая коробочка. Здесь список имен тех участников, которые полностью выполнили условия соревнования. Это что, поставили лайк и подписались к нам. И Яночка сейчас выберет одного из вот этой вот кучи, да, кучи бумажечек. Мы все перемешаем сейчас тщательно, чтобы было все по-честному. Давай, вытаскивай одну бумажечку, показывай мне. Литл Аня. Аня, мы тебя поздравляем, к тебе поедет первый лев. Будь здорова. Давай вторую бумажечку вытаскивай. И у нас выиграла приключение Миланы. К ней поедет второй лев. Ура, Милана, мы тебя поздравляем. Ну что, Яна, давай третьего победителя выберем. Давай третью бумажечку. Одну. Выбери одну. Одну давай. И у нас победила София. София, мы тебя поздравляем. К тебе поедет третий львенок. Не забудьте их покормить конфетами. Они очень-очень голодные. Ну что, у нас было три льва. Теперь три льва поедут в гости в другие города. Ребята, мы вам напишем, узнаем, где вы живете, и отправим вам львов. Это София, это приключение Миланы и Литл Аня. Яна, а что мы будем делать с другими ребятами, которые не выиграли? Которые забыли поставить лайк? Ну, просто подписались, не знаешь? У меня есть другое предложение. У нас есть еще один лев, которого мы разыграем среди всех наших подписчиков, как компенсация. Не все же наши подписчики умеют читать, не знают, где нажать лайк. Правильно? Да. Да? Ну давай, мы сейчас возьмем корзинку побольше. Давай бумажечку. Ребята, кто не выиграет, вы не обижайтесь. И мы подготовили специально. Давай львов подвинем. Бумажечки. И тебе нужно выбрать только одного. Только одну бумажечку. Смотри, сколько их. Ой. Выбирай одного счастливчика. Выбери одну бумажечку. Вот эту? Это победитель маленькие игры. Маленькие игры. К тебе поедет наш бонусный львенок. Ну что, ребята, если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. У нас будет еще много-много розыгрышей. И завтра будет новый конкурс. До новой встречи. Всем пока! Пока!